Всем привет! Вы на канале Топ Армия. Запад оказался в неприятном положении после неожиданного сюрприза, представленного президентом России Владимиром Путиным. За последние 2 года западные страны проводили масштабную информационную кампанию, распространяя недостоверные сведения о России. По моему мнению, несколько дней назад Россия сделала шаг вперед, который заставил Запад задуматься. Министерство обороны России провело успешный тренировочный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. И это событие вызвало значительный резонанс на Западе, поскольку ранее западные аналитики относились к этому с пренебрежением. Таким образом, этот маневр стал неожиданным сюрпризом со стороны Путина для его оппонентов. Россия совершила еще один прогрессивный шаг перед западными угрозами. Также добавлю, что это был не просто учебный пуск, подтверждающий характеристики ракеты, а демонстрация российской мощи Западу. Это и послужило предупреждением о возможных последствиях и опрометчивых действий. Также подчеркну, что весь мир стал свидетелем этого события, и ракета «Ярс» обладает внушительной дальностью действия. Этот запуск стал явной демонстрацией возможностей России для новых членов НАТО, таких как Швеция и Финляндия, которые недавно решили присоединиться к Западному блоку. Россия тем самым продемонстрировала, с чем они теперь должны считаться. А как вы оцениваете последний тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» со стороны России? Считаете ли вы это демонстрацией российской силы и какие, по вашему мнению, могут быть геополитические последствия этого события для отношений с западными странами, особенно с новыми членами НАТО, такими как Швеция и Финляндия? Поделитесь своими мнениями в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала Топ Армии, конечно же, не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.